Американский кинорежиссер и сценарист Джоэл Шумахер скончался в Нью-Йорке в возрасте 80 лет от онкологического заболевания. Свою карьеру он начинал в модной индустрии, но скоро понял, что его влечет кино. Первым успехом Шумахера стала картина «Огни святого Эльма». Она не понравилась критикам, но принесла большой кассовый сбор. Этот успех повторил и фильм «Пропащие ребята» о подростках, байкерах и вампирах. Но настоящая слава пришла к Джоэлу Шумахеру в 90-е годы, когда он снял триллер «С меня хватит» с Майклом Дугласом, показанный в Каннах, драму «Время убивать» с Мэттью МакКонахи, а также фильмы о Бэтмене «Бэтмен и Робин» и «Бэтмен навсегда». Экранизация мюзикла «Призрак оперы» Эндрю Ллойда Уэббера в 2004 году была номинирована на 3 «Оскара». «Прощай, дорогой Джоэл, мой друг и соратник». Ты был мастером визуализации, блестящим специалистом по раскрытию талантов. Я буду скучать по тем веселым временам, которые мы провели вместе, написал в своем твиттере Ллойд Уэббер.